Астану признали самым коррумпированным районом страны. С начала года агентство по делам госслужбы и противодействию коррупции выявило почти 1500 фактов взяточничества. Из них 122 совершили столичные госслужащие, 109 нечистых на руку чиновников задержали в Костанайской области и на один факт меньше в Туркестанской. В конце коррупционного списка Северо-Казахстанская область. Там за 8 месяцев зарегистрировано 52 преступления. Самой коррумпированной оказалась сфера строительства. Следом идут образование, земельные отношения и сельское хозяйство. Размеры взяток по уголовным делам начинаются от 5 тысяч и доходят до 30 миллионов тенге. Из 813 привлеченных за коррупцию 90% – это мужчины.